Добрый вечер, Гомель. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что каждый из вас может стать участником нашей программы. Телефон в студии 34-22-43. И тема, которую мы предлагаем сегодня для обсуждения, на наш взгляд, должна заинтересовать каждого из вас, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о медицине, о здоровье, о медицине, расскажем, какое лечение выбирают жители нашей области, как относятся к платным услугам и медицинскому страхованию, что можно, чего нельзя лечить по страховому полису, а также вы узнаете, сколько стоит вакцина против гриппа и за чей счет мы должны проходить медосмотры. Сегодня мы расскажем и о том, как на предприятиях следят за здоровьем своих сотрудников. В прямом эфире добрый вечер, Гомель. Нам очень интересно, дорогие друзья, ваше мнение, какую медицину выбираете вы, платную или бесплатную. Звоните в студию, пишите в Viber, оставляйте сообщения в нашей группе ВКонтакте. Сегодня многих из нас волнует вопрос, куда пойти, в платную клинику или воспользоваться все-таки бесплатной медициной. Это вопрос, на который большинство из нас затрудняется ответить. И этому есть объяснение. Вот очереди – это все-таки главное, что беспокоит нас в бесплатной медицине. А вот цены – то, что, наверное, пугает в платных клиниках. Но за что мы готовы платить, когда речь идет о нашем здоровье? В этом вопросе попробуем разобраться этим добрым вечером с нашими экспертами. И я хочу пригласить в студию нашего первого гостя. Встречайте, пожалуйста, главный врач Добрушской центральной районной больницы, депутат областного совета депутатов Надежда Алексеевна Белоглазова у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Очень рады видеть вас этим добрым вечером в нашей студии. Ну, расскажите нам, пожалуйста, какая медицина сегодня доступна жителям районного центра и вообще сельской местности? Вы знаете, чтобы отвечать на этот вопрос, я бы хотела сказать, что в нашем районе имеются городские жители, это 50% составляют, и сельские жители 50%. Для городских жителей и в целом для всего района у нас есть прекрасная, шикарная поликлиника на 375 посещений в смену. В этой поликлинике ведут прием более 27 врачей самых различных специальностей. Для того, чтобы записаться к нам в поликлинику, в регистратуре у нас есть разные виды записи. Это и самозапись, это запись по многоканальному телефону, это запись через интернет. Тоже есть такая услуга. Да, причем хочу сказать, что вот за последние годы, если в прошлом году, например, мы где-то только 10% записывали на прием через интернет, то сейчас уже это 20% населения. И с каждым годом количество таких людей становится все больше и больше, то есть более востребовано. Что касается сельского населения, у нас есть тоже хорошие 7 амбулаторий общей практики, в которых работают врачи общей практики. Врачи общей практики оказывают терапевтическую, педиатрическую, неврологическую, хирургическую, разные виды помощи. Там есть все кабинеты. То есть наша амбулатория – это мини-поликлиника. Там есть и лаборатория, там есть то и физиотерапевтический кабинет. Для городских кабинет. Жителей, давайте расскажем. Лаборатория – это то, что находится в сельской местности, куда может обратиться сельский житель. В амбулатории общей практики имеется лаборатория. Там есть определенные анализы. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, анализ крови на сахар. То есть, конечно, практически все то, что минимальный объем обследований, те, которые нужны нам для даже прохождения диспансеризации. Но это типичная ситуация для всех районов в регионе? Ну, конечно. Конечно, все амбулатории. Плюс при каждой амбулатории у нас есть дневной стационар на 2-3 койки, где пациенты могут пройти лечение, не обращаясь, например, не нужно ехать на стационар на круглосуточную койку. Даже есть стационары на дому. Это тоже очень важно. И при амбулатории общей практики есть еще автомобили, медицинская помощь, когда врач может выехать и оказывать помощь на дому. Поэтому я считаю, что помощь для сельских жителей, для городских очень доступна в нашем районе. Надежда Алексеевна, расскажите, вот как вообще изменилась Добрушская больница за последнее время, за последние годы? Вот что нового появилось в техническом оснащении, в оборудовании? Потому что я знаю, что сегодня, скажем так, ваше лечение в больнице выходит за рамки уже района, и к вам даже приезжают жители не только даже нашей области. Что ж такого интересного у вас? Действительно,
очень много внимания уделяется тому, чтобы улучшить условия пребывания наших пациентов. И очень много делается не только нами, но благодаря именно с участием районного исполнительного комитета, который, и управления здравоохранения Гомельского облсполкома. Конечно, они оказывают нам большую поддержку. Делаем мы ремонты, не только капитальные ремонты, текущие, косметические. Но вы знаете, самое главное, я думаю, то, что наши медицинские работники сами делают эти ремонты, они хотят это делать, а еще самое главное, что они поддерживают чистоту, порядок, чтобы было комфортно им самим там работать, и, конечно же, улучшают пребывание наших пациентов. И, естественно, это отражается на лечении наших больных. Что касается медицинского оборудования, то за последние, наверное, лет 10 мы практически переоснастили почти 90% своего оборудования. Это и рентгенологическое оборудование, это и стоматологическое современное оборудование, это оборудование для операционных, для реанимационного отделения. То есть в этом и мы не останавливаемся на месте. Каждый год мы стараемся что-то закупить. И причем мы видим очень большую поддержку, именно финансовую поддержку. Это, конечно, районного исполнительного комитета. Ну вот тема нашей сегодняшней программы – это наша медицина, платить, не платить. Вот приблизительно так мы ее сформулировали. Вот расскажите, пожалуйста, вот что такое социальные стандарты при бесплатной медицине вот в современной, допустим, районной больнице? Вот на примере вашей. Вот сколько стоит, например, ну, пребывание в больнице, лечение? Я говорю про социальные стандарты именно. Социальные стандарты, как вы и сказали, это нормативы, выполнение которых улучшает доступность и качество оказания медицинской помощи. А это, в свою очередь, приводит к улучшению качества жизни вообще людей. Нормативы, которые существуют, ну, самый главный норматив – это бюджетная обеспеченность на одного жителя. Этот норматив в нашем районе составляет на 2017 год 236 рублей, то есть на каждого человека. На человека, который, в принципе, это такая средняя цифра? Это средняя на всех, то есть это и те, которые родились, дети. То, что выделено государством на одного человека. Да, да. Вы знаете, мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Меня зовут Раиса. Слушаем. Я из Добруша. Я бы хотела выразить благодарность Надежде Алексеевне за ее работу и труд, и всем врачам, которые вот есть в Добруше, потому что вот я недавно сама попала в больницу, и за такое чуткое отношение и диагностику, внимательное, доброе отношение. Вы большое спасибо. И вам спасибо за звонок. Я так понимаю, что вы остались довольны лечением? Да, очень довольна. Качественное лечение и быстро. И вот настолько внимательны к людям все врачи. Ну, я считаю, что это заслуга Надежды Алексеевны, потому что все зависит от главврача, и коллектив очень дружный. И все врачи настолько внимательны. И Наталья Ивановна там, и вот... Спасибо, спасибо, Лариса. Большое. Лариса, пожалуйста, нет, не выключайтесь, побудьте с нами, у меня есть для вас вопрос. А вот вы часто пользуетесь платными медицинскими услугами? Платными нет, не часто. Ну, а если приходится, то какие это услуги? Не можете сказать. Ну, если какие-то, то покупаем медпрепараты, которые ну, в аптеках только, если выписывают рецепты. Ясно. Спасибо вам большое, спасибо за звонок. Мне кажется, это приятно, да, услышать такое, конечно, тем более спасибо. С родины, что называется, да. Мы продолжим нашу беседу. Вот всегда ли экстренная помощь в наших больницах государственных, она бесплатна, и на что, в принципе, может рассчитывать сегодня пациент в таком случае? Конечно, экстренная помощь всегда бесплатна, не только для жителей нашего района, но и для всех жителей дальнего и ближнего зарубежья. То есть она бесплатна до тех пор, пока... Это есть тот самый главный социальный стандарт. Да, конечно, конечно, то всегда бесплатно, это... Не обсуждается даже. Какую медицину выбирают наши зрители? Уже есть первое сообщение в Вайбере, довольно интересное. «Я к врачам не хожу», пишет наш телезритель, «лечусь дедовским способом, баня и рыбалка». Будьте здоровы, нам пожелали, и вам того же. Я думаю, спасибо. Можно, да, аплодисментами, да.
поддержать наших зрителей. Ну, а Дмитрий, наш телезритель, считает, что надо платить за здоровье, потому что здоровье важнее всего. Владимир говорит так, с ужасом представляет, сколько денег платила бы моя его семья, если бы медицина у нас была платная. Интересное мнение. Григорий Степанович благодарит Надежду Алексеевну за все. Написал, что вы удивительная женщина, очень грамотный главный врач, и больница у нас добрая, очень хорошая, особенно кардиология. Ну, аплодисменты, я, да, всей Дубровской больнице. Елена Григорьевна, кстати, задает очень интересный вопрос. Мои родители живут в Марьино, в Добрушском районе. Есть такое место? Есть, вот, в Добрушском да. районе. Где в деревне можно сделать бесплатную прививку пенсионерам? Я так понимаю, наверное, против гриппа. Спрашивает. Да, конечно, я думаю, что это прививка против гриппа. Конечно, у нас делают прививки наши медицинские работники, так. среднемедицинские работники. Делается она, есть прививки платные, есть прививки бесплатные. А если для это пенсионеров вот... это прививка бесплатная. Конечно, так, а если конечно. Это вот деревня, то надо обращаться к кому? Это фельдшер, у нас есть там ФАП, фельдшерско-акушерский пункт, там есть заведующая, к ней нужно обратиться. Вообще, расскажите нам, Надежда Алексеевна, охотно ли жители райцентра и вообще сельской местности покупают сегодня вакцины и вообще прививаются от гриппа? Вот какова ситуация у вас? Вы знаете, если раньше, может быть, ну, было как-то немножечко сложновато с этими прививками, то вот уже за последние годы практически у нас в нашем районе такой проблемы нет. Так, если в этом году нужно было привить 15 тысяч населения, то на сегодняшний день мы уже привили 75%. А из 3 тысяч, которые мы прививали платно, 99% мы привили. То есть платная вакцинация пользуется особой популярностью, я смотрю, в Дубровском районе? Ну да, получается. А как вы относитесь вот, к бесплатной медицине? Я имею в виду к бесплатной вакцинации. А, к бесплатной вакцинации? Ну, да, ну, я говорила. Вы знаете, ну, я отношусь и к бесплатной, ну, хорошо, я думаю, как и все население. Я вообще хочу сказать, что, конечно, учитывая наш менталитет, конечно, наше население хочет получить помощь бесплатно, в полном объеме. У нас есть еще один телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Анна Ивановна, я жительница Гомеля. Так. Но, к сожалению, в апреле этого года со мной случилось несчастье. Я попала в ДТП под Добрушем. И спасали, и лечили меня, конечно, русские врачи. И я им очень благодарна за ту оперативность и оказание медицинской помощи. Вот начиная прямо со скорой помощи. За диагностику в приемном покое, за отношения, за быстроту, за ту реакцию мгновенную, как они работали. И, конечно же, за последующее качественное лечение. Вот увидела Надежду Алексеевну и не смогла сдержаться. Спасибо. Даже говорю, волнуюсь, и слезы до сих пор на глазах у меня. А чувство благодарности за все вот условия, за организацию тех условий, чистота, порядок, чуткость всего медицинского персонала, то есть, качественное лечение. Я им очень благодарна, что они меня очень быстро поставили после такой аварии на ноги. И, пользуясь случаем, желаю всем-всем крепкого здоровья. Так держать. Еще раз большое вам спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, то есть, получается, на ваш взгляд, Добрушская больница ничем не отличается от гомельских? Нет, я бывала и в Гомельской больнице. Во-первых, хочу сказать, такой порядок, такая чистота. Люди все внимательные, добрые. Даже не нужна никакая сиделка. Настолько нянечки все, тоже медицинский младший персонал. 20 раз зайдут в палату и спросят, что надо, как, чем помочь. И врачи ничем не отличаются. Я даже была удивлена, что такое качественное обслуживание во всем. Спасибо. Начиная от диагностики, лечения и внимания. Спасибо большое, мы вас услышали. Аплодисменты. Будьте здоровы, не болейте. Дорогие друзья, вот у нас есть еще несколько сообщений. Вот Анна спрашивает, вот семья Семченко сообщает, что они уже привились. Ну что ж, наше поздравление, да. А вот Анна задает вопрос, можно ли делать прививку от гриппа беременным? Можно, можно, если только нет какой-то аллергической реакции на белок. Так, без проблем. Ну, в любом случае, это сначала консультация, даже нужно, наверное. Конечно, даже нужно. Конечно. Она должна пойти в женскую консультацию, и ей должны предложить сделать эту прививку. Сергей задает вопрос, могут ли на работе обязать делать прививку от гриппа? Нет, не могут.
не могут. Могут только предложить, тем более мы именно этим и занимаемся, то есть мы работаем не просто так, что вот мы, вот начался период иммунизации, и мы начали эту работу. Нет, мы заранее это все делаем. Мы ходим на предприятия совместно с районным центром гигиены и эпидемиологии, разговариваем с работниками, и, конечно же, после этого у нас поэтому и нет никаких проблем. С прививками. А вообще, кому бы вы посоветовали в первую очередь сделать вакцину от гриппа? Вы знаете, ну, в первую очередь, это, конечно же, дети, начиная с 6 месяцев и до 3 лет. Это, конечно, беременные женщины, это пациенты более пожилого возраста и, конечно, люди из группы риска, те, которые болеют какими-то хроническими заболеваниями, ну и все остальные категории. Вы знаете, по данным Министерства здравоохранения, в прошлом эпидемическом сезоне почти 95% из тех, кто переболел гриппом, не были привиты. И вот уже почти месяц, как на Гомельщине, проходит вакцинация против гриппа. И вот насколько активно население нашего региона прививается в этом году. И чем вообще отличаются платные и бесплатные прививки? На эти вопросы мы хотели бы, чтобы нам ответила сегодня Инна Федоровна Солошкова. Это заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Вот наши редакторы сейчас пытаются дозвониться. И как только Инна Федоровна будет на связи, мы обязательно получим ответы, я думаю, на эти вопросы. Ну а пока продолжаем наш разговор. Какова доля вот платных услуг в районной больнице и что это за услуги? Раз у нас такая сегодня щепетильная тема программы. Ну, вы знаете, вот за эти 9 месяцев мы заработали 165 тысяч белорусских рублей именно платных услуг, что составляет 2,3% от всего бюджетного финансирования за 9 месяцев этого года. 2,3% от всего бюджетного финансирования, которое мы вообще, вот деньги, которые мы израсходовали. Можно ли говорить о том, что ежегодно количество платных услуг, скажем, которыми пользуется население, увеличивается? Да, действительно, количество платных услуг увеличивается, и основной, как бы, львиной доли платных услуг у нас является это прохождение медицинских осмотров работающими на предприятиях и в организациях. Потом у нас идет это зуболечение, зубопротезирование. Так. Также очень активно и хорошо у нас пользуются водолечением, как я уже и говорила, что у нас шикарная водолечебница. Кроме того, это и иглорефлексотерапия, также мы владеем этим методом. Ну и различные виды диагностики, то, что не входит в перечень, или по желанию пациента, если он хочет еще что-то дополнительно, что... То есть можно ли говорить о том, что за последние годы платные услуги становятся даже для жителей вот районного центра, сельской местности популярными сегодня? Вы знаете, они, можно сказать, даже востребованы. Если раньше мы даже и не думали о том, что, например, в стационаре у нас будут просить, чтобы они, некоторые пациенты хотят лежать в комфортной палате повышенной комфортности, так называемая, да? То сейчас очень многие пациенты это хотят. И они сами, когда вот... например, их госпитализируют, они говорят, что я хотела бы вот лежать именно в этой палате. То есть, когда хотят сверх социальных стандартов, ну, в принципе, готовы да, за это они заплатить. Хотят отдельно, чтобы это один человек в палате, чтобы это было отдельно душевая, чтобы был телевизор, ну, чтобы было более так комфортно, более удобно человеку. И плата у нас как бы недорогая. Один день пребывания стоит 3 рубля 75 копеек, но при этом лечение и диагностика, все обследование, все это бесплатно. А, даже так. Только пребывание. Скажите, пожалуйста, Надежда Алексеевна, а чем все-таки отличаются платные и бесплатные медицинские услуги вот в современном белорусском государственном медучреждении? Вот людей очень интересует этот вопрос, я знаю. Вы знаете, что касается платных услуг, я вам скажу так, что платные услуги оказываются квалифицированными медицинскими работниками. Это врачи, которые имеют высшее образование, это средние медицинские работники, которые имеют среднее медицинское образование, и при этом обязательно, чтобы врачи имели категорию. И лучше, чтобы это была первая или высшая квалификационная категория. Кроме того, для оказания платных услуг, например, в нашей поликлинике выделили
выделено определенное время, когда наши пациенты могут прийти в поликлинику и пройти какое-то обследование или лечение. Кроме того, мы так организовали свою работу, что наши доктора работают еще и по выходным дням. И именно таким образом оказывают именно платные услуги, потому что вместо того, чтобы свободное время отдохнуть с семьей, они идут на работу и оказывают платные услуги. Спасибо. Мне подсказывает, что у нас на связи Инна Федоровна Солошкова, заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Инна Федоровна, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Инна Федоровна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, что вы присоединились к нашему разговору в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, как проходит вакцинация вот в нашем регионе и долго ли вообще будет продолжаться еще это мероприятие в этом году? Чтобы все успели. Ну, у нас кампания вакцинации против гриппа, она длится до 1 декабря. Так. Фактически 2 месяца. Это октябрь и ноябрь месяц. Мы на сегодняшний день привили уже больше 22% населения и планируется привить около 40% населения. Это где-то 560 тысяч населения. А скажите, сколько стоит сегодня прививка от гриппа? Я говорю про платную вакцинацию. Платная вакцинация имеется вакцина разная. Стоимости от 7 до 15 рублей примерно. Можно привиться российской вакциной Гриппол Плюс на платной основе или импортной вакциной, которая представлена Инфлюваком и Ваксигриппом. А какая вакцина пользуется большей популярностью у населения? Бесплатная или платная? Бесплатной вакцины значительно больше, потому что ей прививаются бесплатно на сегодняшний день. Это группы риска по осложнениям и группы риска с высоким риском заражения населения. А на платной основе прививаются те, кому не показана бесплатная прививка. Но и платные, и бесплатные вакцины на сегодняшний день востребованы. Востребованы. А вот как вы считаете, ну вот почему человек, когда есть бесплатная вакцина, вот тебе предлагают это бесплатно, почему выбирает платную прививку? Вот ваше мнение. Ну, есть бытует мнение, что если импортная вакцина, то она лучше, чем российская. Да. Но я хочу сказать, так, что все вакцины, которые у нас реализуются на территории Республики Беларусь, хорошие. Они проходят все испытания у нас в Минске по различным критериям и показали свою хорошую иммуногенность. Причем в состав вакцины входят 3 вида вирусов, которые наиболее опасны, наиболее распространены среди нас. И в том числе в состав вакцины входит вирус пандемического гриппа H1N1, который в 2009 году у нас вызывал большой уровень заболеваемости и было очень много пневмоний. Поэтому кто прививается, тот защищен. Спасибо вам большое. Аплодисменты для вас. У нас на связи, дорогие друзья, была Инна Федоровна Солошкова, заведующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о нашей медицине. Далее расскажем, как часто жители Гомельской области пользуются медицинской страховкой и сколько стоит такой полис. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о нашей медицине. Рынок медицинского страхования у нас в стране только-только развивается. Причем развивается под контролем президента и Министерства здравоохранения. Сейчас медицинскую страховку в нашей стране предлагают 15 страховых компаний. Сколько жителей Гомельщины уже вот оформили медицинские полисы и ходят к врачам за деньги? В чем плюсы и минусы страховой медицины? Поговорим об этом с представителями одной из самых крупных
крупных белорусских страховых компаний «Белнефтестрах». Проходите, пожалуйста, встречайте, дорогие друзья, добрый вечер, присаживайтесь. Я хочу представить наших гостей. Это Мария Иосифовна Романенко, начальник отдела организации медицинской помощи по Гомельской области компании «Белнефтестрах», и Светлана Александровна Еловская, начальник отдела страхования компании «Белнефтестрах», филиала в городе Гомель. Вот эти аплодисменты для вас. Мария Иосифовна, хотелось бы сразу вопрос такой общий. Вот можно ли говорить о том, что популярность медицинского страхования у гомельчан в последнее время растет? Да, однозначно можно говорить об этом. Если брать в развитии, то впервые в нашей компании данный вид страхования был задействован в 2008 году, и начинали мы с трех организаций. На сегодняшний день у нас застраховано 53 предприятия, на примерно 30-35 тысяч сотрудников данных предприятий. Это только у вашей страховой только компании? Только в нашей страховой компании. Да. А скажите, пожалуйста, что такое вообще медицинская страховка и зачем она нужна при бесплатной медицине? Добровольное страхование медицинских расходов в современных условиях – это наиболее популярный, наиболее актуальный способ гарантированного получения необходимой высококвалифицированной медицинской помощи в рамках программы страхования и в период действия срока страхования данного договора. Мы являемся как бы посредниками между самим застрахованным лицом и организацией здравоохранения, где эта помощь им оказывается, выбирая оптимальный путь решения той задачи, которую застрахованное лицо ставит перед нами, как то время, квалификация врача, организация здравоохранения, в которой бы им хотел получить данную услугу. А какие еще вот обязательства вы берете на себя как посредники? Ну, например, там какие-то риски? Обязательно, да. Мы... То есть не понравился мне врач или прием врача? Ну, я не знаю, как это сказать. Ошибки врачебные, нет? Нет, врач... вы имеете в виду страхование от врачебных ошибок? Да, это есть тоже дополнительный еще вид страхования, но это несколько иной, чем добровольное медицинское страхование. Мы же, помимо того, что наши застраховщики могут получить помощь амбулаторно, есть программа страхования амбулаторно-поликлиническая помощь, также есть программа страхования стационарная помощь. То есть если человеку необходимо пройти курс стационарного лечения, то, естественно, мы ему это предлагаем. И у него это входит в программу, мы ему предлагаем. Опять же, как говорил наш коллега, поскольку мы тоже медики, предлагаем прежде всего пребывание в палате повышенной комфортности. Это одно из условий наших застрахованных лиц. И лечение, использование не только препаратов белорусского производства, но и препаратов импортного производства, равно как и изделий медицинского назначения. В рамках программы страхования на сегодняшний день наша компания предлагает оплату высокотехнологичных операций, таких как замена тазобедренных суставов, коленных суставов, шунтирование, замена клапанного аппарата сердца, хрусталика, так называемая ЭВЛК, эндовенозная лазер-коагуляция и прочее. Также в рамках добровольного медицинского страхования мы предлагаем лечение социально значимых заболеваний, таких как онкологические заболевания, заболевания вирусного гепатита, что не наблюдается. Мы помогаем, дополняем, так сказать, программу государственную, которая рассчитана на лечение данной патологии. Мы дополняем, то есть мы как бы помогаем государственному здравоохранению в лечении пациентов такого рода. Но это все зависит от конкретных страховых программ, да? Есть какие-то минимальные, есть уже более, которые совершенно хронические верно, заболевания, наверное, учитывают. Когда мы заключаем договор страхования, мы всегда оговариваем с нашим клиентом, что он хотел бы видеть. Так. Какие виды услуги, в каких медицинских учреждениях он бы хотел бы получать и в каком объеме. От этого, соответственно, и зависит и взнос, и сумма, на которую данный клиент будет застрахован. А у нас есть телефонный звонок, поэтому придется прерваться и послушать наших зрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Я хотела бы задать вот такой вопрос. Моя дочь состоит на учете по беременности в женской консультации. И вот ей назначили сейчас амбулаторное лечение, и за него надо заплатить 8 рублей. То есть платное оно там почему-то оказалось. И то есть купить еще капельницы за свои деньги. Так. Вот, ну и она работающая, платит налоги. Как бы по месту прописки в этой консультации. Это нормально, что должна наплатить деньги за это лечение? Спасибо. Это какая, Гомельская больница или какая-то районная?
Нет, это филиал номер один, консультация женская. Гомельская. Спасибо за вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Вот видите, людей интересует. За что надо платить, за что не надо. Не понимают социальные стандарты. Мы можем как-то сейчас это попробовать ответить? Или все-таки досконально надо в этом Нет, случае? Ну, вы знаете, есть какие-то, наверное, особенности, почему предложили платить. Да, потому что беременная женщина, если она состоит на учете в женской консультации, то, конечно же, помощь ей бесплатная. Но, может быть, есть какие-то просто более детально, более наверное, детально надо знать, какие есть вопросы. Я думаю, что в этом случае можно вполне обратиться к руководству центральной консультации, я думаю, и вам более конкретно объяснят уже, на каком основании, почему оказали платную услугу или почему в данном случае медицина бесплатная. Мы продолжаем нашу программу «Медицинское страхование». Сейчас мы говорим об этом. Вот, в принципе, вот, на мой взгляд, алгоритм действий вот, страховки, ну, как мне кажется, очень простой. То есть платишь определенную сумму, тебя на эту сумму страхуют. Если что-то случилось в течение года, ты на эту сумму получаешь какое-то лечение там, или что-то связанное с твоим здоровьем. А вот как рассчитать вообще сумму страхового взноса? От чего зависит эта сумма? Расскажите нам, пожалуйста. Вы знаете, вообще сумма страхового взноса зависит от очень многих показателей. Мы можем на цифрах это показать, но потом дополнительно пояснить, из чего складываются эти цифры. Да, да? Ваши аплодисменты, пока мы пытаемся стирать на цифрах. Попробуйте, наверное. Давайте, наверное, сотрем. Потому что... Итак, цифры. Без цифр медицинской страховки никуда, конечно. Да, чтобы не было много нолей, давайте представим, что страховая сумма, да, $5000. Ну, в долларах все. То есть мы решили потратить на себя $5000. Мы придумали себе вот $5000, да. Так вот, если это будет страховаться физическое лицо, то... На год. То есть мы берем один человек, да, страховой взнос, то есть стоимость страхового полиса будет равна $300. То есть в год взнос есть, $300. Да. При этом это будет определенная программа, с которой этот человек должен согласиться. Да? То есть там будут расписаны определенные манипуляции, определенные услуги да, которые даже, будут, наверное, входить вот в эту стоимость. Да, будет дан список учреждений, где он будет обслуживаться. Это могут быть учреждения государственного. Только государственного, вот мне подсказывают. Да. Только государственного. Это унифицированная программа для одного физического лица. Она предполагает обслуживание только в государственных организациях здравоохранения. Так, уже интересно, хорошо. Идем дальше. То есть, чтобы не государственная, она должна быть повыше, да, стоимость? Да, немножко просто, немножко не в том ключе идет разговор. Речь идет у нас о физическом лице, да? Да. Вообще медицинское страхование, страхование медицинских услуг изначально зарождалось как страхование все-таки для юридических лиц, когда это социальный пакет для предприятия. Когда предприятие может себе позволить в качестве социального пакета включить туда и страхование. Тогда это замечательно, славно. И если у нас коллектив уже из 10 человек, то страховой взнос на год уменьшается сразу до $200. Конечно. На 100 так. долларов. Так? Так. Если у нас коллектив из 100 человек, то придется заплатить за каждого члена коллектива уже $150. И если у нас коллектив 1000, такой чудесный заводик, то это уже будет $100 в год. Вот такая разница в зависимости от количества людей. Дело в том, что, да, помимо того, что это разница, да, может варьироваться страховая сумма, соответственно, взнос. При этом наполненность программы для коллектива в 1000 человек может быть гораздо выше, нежели чем мы говорим, один вот человечек сможет заплатить за себя, да. Поэтому... Это в первую очередь должно быть интересно руководителям предприятий, которые могут позволить себе устроить такой социальный пакет для своих работников. Более того, у нас есть коллективы, где предприятие платит за своих работников. У нас есть коллективы, где частично работник платит за себя. Допустим, 50% взноса платит предприятие, 50% взноса платит работник. И очень часто инициаторами именно медицинского страхования выступают сами работники, потому что популярность этого вида растет, и люди хотят быть застрахованными. Мало того, я знаю, что есть страховые программы, где можно вписать своих родственников и за них платить, даже такие корпоративные. Да, вот я хотела сказать, что наполненность программы может быть разной. Помимо того, что может оказываться очень широкий спектр услуг как в государственных, так и в частных клиниках,
Помимо этого, может быть всевозможные дополнения к программам. Это может быть стоматология, это может быть медикаментозное обеспечение, это может быть включение в программу родственников, близких родственников. Сумма сразу может растет. Быть... Незначительно. Незначительно. Если это коллектив, то сумма незначительно растет. Но при этом вы страхуете помимо себя еще свою семью. Спасибо. То есть это очень важно. Светлана Александровна, спасибо большое. Спасибо. Очень, очень понятно вы объяснили, но меня заинтересовал вопрос о страховке только в получении медицинской помощи только в государственных клиниках. Мы сейчас вернемся к этому вопросу. У нас просто есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Так, Ольга. И у меня такой вопрос. А можно ли купить полис медицинского страхования только на медобслуживание в стационаре? Да. Дело в том, что я довольна своей поликлиникой, и там все бесплатно. Но вот если попадаешь в больницу, то хотелось бы себя застраховать. Спасибо. Спасибо большое. Ой, спасибо, очень хороший вопрос. Только для больницы, вот так, вдруг на всякий случай. Только стационар. Клиент сам выбирает, он хочет только амбулаторный вид помощи или только стационарный, либо же комплексный в сочетании и амбулаторной, и стационарной помощи. По насыщенности этих программ я бы хотела сказать, что только госучреждения для физического лица унифицированной формы. Когда речь идет о коллективах, здесь уже идут и коммерческие медицинские центры в том числе. В том числе. И объем оказываемых услуг по данным программам будет в разы выше. Спасибо большое. При снижении суммы. Вот я бы хотела Надежде Алексеевне задать вопрос, как часто жители райцентра сельской местности пользуются вот страховыми полисами, например, в Добрыжском районе? Вы знаете, не так часто, как хотелось бы, конечно. Мы, можно сказать, в начале пути, но если сравнивать с 2016 годом, то уже в 6 раз увеличилось количество пациентов, которые приходят к нам со страховыми полисами. Ну, по вашему тону и по вашему ответу, я понимаю, что вам, в принципе, нравится, да, когда люди обслуживаются по медицинской страховке. Да, конечно. А что вообще, на что могут рассчитывать вот пациенты вашей больницы, например, имея такой вот полис? Вы знаете, они могут рассчитывать, ну, практически на все, на полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, которые мы вообще на своем районном уровне можем проводить. То есть, вот уже сейчас же и сказали, что то есть эти услуги, этот комплекс может быть самым разным. Да? То есть диагностика, можно вложить то, что хочет пациент. То есть это может быть просто амбулаторно-поликлиническое, это может стационарное, это может комплекс всех услуг. Мы тоже абсолютно все на своем уровне делаем. А скажите, пожалуйста, а какие клиники, какие медучреждения охватывают медицинский полис? Только ли вот в регионе, где проживает человек, или это вся страна? На сегодняшний Любая день, точка, да? На сегодняшний день у нас заключены договора более чем с 500 организациями здравоохранения любой формы собственности. А вот интересно, сразу возникает вопрос, поездка и вот эти расходы транспортные, они входят? Вот если, например, с одного региона в другой, нет? Нет, да? Вы знаете, очень тема заинтересовала наших зрителей. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Тамара Петровна. Приятно. Я звоню из Гомеля. Так. У меня вопрос к Надежде Алексеевне. Слушаем. Я хочу спросить у нее, а сама она какую медицину выбирает? Платную или бесплатную? Ну, давайте, спасибо за вопрос. Вопрос очень хороший, учитывая, что... Да, учитывая, что сегодня у нас в гостях все-таки Надежда Алексеевна в двух как бы качествах, да, это и главврач больницы, да, в стране, где бесплатная медицина, и при этом еще депутат областного совета. Вопрос хороший, попробуйте ответить. Вы знаете, конечно, если для себя... И для себя, и для населения, я думаю, для нашего. Конечно же, нашему населению хочется получить качественную медицинскую помощь в полном объеме и бесплатно. Я думаю, что это мнение не только мое, а, наверное, кажется, в большей части, конечно, да, да, это и привыкли. Наш менталитет, и мы привыкли к этому. А учитывая, что мы чернобыльские, вот именно наш район, то, естественно, когда-то в свое время мы вообще практически все получали бесплатно. И медикаменты бесплатные, и там и питание бесплатное, и дополнительные какие-то льготы были очень много.
А ведь человек очень быстро привыкает к хорошему. Так? Ну, поэтому мы говорим сейчас о социальных стандартах, что есть определенный перечень, норматив, что может нам дать государство бесплатно, а то, что не может, но мы хотим, вот уже вот эту часть, это платно. Это ваша позиция. Это моя позиция. Ну что же, она тоже заслуживает, конечно же, аплодисментов. Жанна задает вопрос, входит ли в страховку санаторное лечение? Да, если она желает, чтобы у нее входило это за дополнительный повышающий коэффициент, мы это тоже включим. Андрей Васильевич интересуется, точнее сообщает, что ему отказали в страховке, причины не объяснили. Это может быть такой случай? Согласно законодательству есть. Страховая компания имеет право отказать в страховке без объяснения причин. Даже так. Да. Сколько стоит базовая страховка, от чего зависит стоимость полиса? Мы как бы уже попытались объяснить, да? Базовая это вот та, которая у нас на доске написана, такая. Ну а вообще, что показывает практика? Вот такой вот вопрос общий. Меняется ли это вот страховая культура наших граждан сегодня? Как вы считаете? Да, конечно. Ну, судя по тому, что количество застрахованных постоянно растет, и если вот я просто сегодня смотрела цифры, на сегодняшний день действует много договоров, да? Так вот, половина из этих людей уже обратились за медицинской помощью. То есть это тот вид страхования, который, что называется, для человечка выстреливает всегда. Потому что это медицинская помощь. А когда она оказана вовремя, так. И это нужно только позвонить, чтобы тебя записали буквально на завтра на УЗИ, именно тогда, когда тебе это необходимо, а не тогда, когда подойдет очередь в поликлинике. Вот мы Поэтому вот этот вопрос, он решается замечательно. Спасибо. Мы попытались вот как-то обозначить, что можно по страховому полису, а чего никогда нельзя по нему получить. Какое медицинское лечение, обслуживание? Ну, вы знаете, вопрос на самом деле серьезный. Очень часто диабетики... Почему? Нет, есть реабилитация. Конечно. А вот диабетики очень часто обращаются, да, хронические такие заболевания. Входит это? Может такая страховка быть? Есть ряд заболеваний, которые не подлежит страхованию. И диабет, имеется в виду диабет первого типа, то есть первичный инсулинзависимый диабет. Все граждане обеспечиваются бесплатно медикаментами, обслуживаются бесплатно, поэтому Министерство здравоохранения не разрешает страховать. Логика понятна здесь. И в соответствии это остальные такие же заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, косметологические услуги не могут входить в страховку. Если не выбирает коллектив и страхователь дополнительные коэффициенты по программам, то тогда они войдут в страховку и онкологические заболевания, и гепатиты, циррозы, саркоидоз не войдут в страховку, демиелинизирующие заболевания, тяжелая эндокринная патология, либо же заболевания, которые возникли, находясь в алкогольном опьянении, допустим, да, ну, или до момента человека, страхования, да, ВИЧ, СПИД, и так, туберкулез и так далее. Есть еще вопрос от Елены, нашей телезрительницы, как страхуются дети, входят ли плановые прививки в страховку? Хороший очень вопрос. Это, кстати, и прививки от гриппа тоже можно обозначить. Да, в нашей компании дети страхуются с 1 года, и если застрахованное лицо выбирает данный вид страхования своего ребенка, то да, у него войдут эти прививки. Что касается вакцинации против гриппа, мы проводим это в рамках нашего добровольного медицинского страхования, и на сегодняшний день мы уже вакцинировали по страховке 2500 застрахованных лиц. Я считаю, что это хорошая помощь государственному здравоохранению. Ну, мы можем это подтвердить. Еще половина этих людей проживает непосредственно в областном центре, а вторая половина в районе. Вы знаете, Дарья Николаевна еще задает вопрос, если страхуется вся семья, будет ли скидка? Да. Да. Ну вот коротко и ясно. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Владимир Александрович, я с вами беспокоит вас. Слушаем. У меня вопрос такого плана. Вот и я, например, выезжаю часто за границу и беру медицинский полис там, от несчастного случая. Так я вот хотел бы узнать, всегда ли, например, можно выходной день или, например, в ночное время, всегда ли можно будет дозвониться по тому телефону, который указан в страховом полисе, и всегда ли можно будет связаться со страховым агентом, если, например, наступит какой-то именно страховой случай и... Ну, есть такая возможность, потому что я знаю, были случаи, что не всегда как бы люди дозванивались. То есть вы сами с этим еще не столкнулись?
Да, да, я сам не столкнулся, поэтому вот хотел бы узнать, вот именно в этой фирме как бы есть... Вы какой-то дежурный там агент или страховщик дежурный. Спасибо, хороший очень вопрос. Можно ли дозвониться? Спасибо. Но я так понимаю, что вы застрахованы в компании «Белнефтестрах». Да, да, да. Именно в «Белнефтестрах», вот поэтому я хотел бы узнать, что... Спасибо. Спасибо большое за звонок. Да, речь идет о страховании выезжающих. Когда вы покидаете пределы нашей страны, вы страхуетесь, вид страхования медицина выезжающих за пределы Республики Беларусь. Поэтому у нас, когда человеку дают страховой полис, он кладется в конвертик. На конвертике есть инфолиния, которая круглосуточная. И когда страховой агент выписывает полис, либо сотрудник Белнефтестраха, скажем, да, либо любой другой компании, это международное страхование, там всегда вас четко проинструктируют, вам дадут с собой правила страхования и укажут те телефоны в той стране, куда вам нужно дозвониться. То есть 24 часа в сутки вы доступны? Безусловно, да, конечно. Есть вопрос вот такой в продолжение. Почему Белнефтестрах не работает в выходные дни? Работает. Более того, все, что касается медицинского сопровождения, я немножко расскажу. Дело в том, что когда заключается договор, мы потом его сопровождаем в течение года, потому что мы берем на себя ответственность, и мы ее несем в течение года. Так вот, что касается медицинских расходов, у нас работает, сегодня мы уже можем говорить о круглосуточном колл-центре, в котором работает 19 врачей на сегодняшний день у нас в медицинском отделе. То есть я бы хотела вас перебить и уточнить для наших зрителей, что в страховой компании «Белнефтестрах» люди, которые мы называем операторы, да, или страховщики, это люди с медицинским образованием прежде всего, да? Сейчас мы разграничим. Так. Смотрите, то, что сопровождается медициной, да, это медицинская часть вопроса, сопровождается 19 врачами. Это медицинский отдел, которым руководит Мария Иосифовна. Так, вот я, собственно, об этом. Да, вот этот колл-центр, он практически круглосуточный, потому что он работает у нас с 8 до 20, это ежедневно, по субботам с 9 до 15. Если вы позвонили позже, то это не означает, что вы не дозвонились. Вас переключится звонок на Минск. То есть там у нас круглосуточная линия. То есть колл-центр работает круглосуточно. Постоянно. Да. Вот в этом, наверное, был вопрос телезрителей. А то, что касается других видов страхования, то у нас есть инфолиния, которая работает тоже круглосуточно. И дозвониться можно практически всегда. Ну, я так понимаю, что любой человек по медицинской страховке может просто позвонить в Белнефтестрах своему там агенту, например, и сказать, у меня там болит живот, да, и сами определите, что, в принципе, куда бежать и поскольку у нас работают какие-то врачи, варианты. То, естественно, задавая наводящие вопросы, мы выбираем оптимальный путь оказания помощи по времени, по организации здравоохранения и по объему услуг. Прежде чем пойти к врачу, мы понимаем, что необходимо сделать предварительное обследование и уже затем, имея начальную информацию, обращаться на прием к специалисту. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Маргарита Радченко. Слушай. Вы знаете, что я заболела, да, просто простудилась. И пришла в филиал 5-й поликлиники, значит, вызвала врача. У меня была температура. Значит, врач посмотрела меня, да, ну, выписала больничный. Анализы вот за полторы недели она мне не назначила. Я ей говорю, что вы знаете, что возьмите мне на нос этот... Забыла, как называется. Ну, процедуру какую-то. Процедуру, да. Прогревающую. Потом на УЧ, на грудную клетку. Она мне назначила. Я прихожу к ней на прием, и получается так, что у меня температура вчера была 37 вечером, 37,5. 10 дней прошло, она меня выписывает на работу. Я пришла на работу, 2 дня побыла на работе, у меня опять появляется температура. И хорошо, я попала к другому врачу. Врач мне назначил сразу на анализы. И у меня лейкоциты были 3 раза превышены. И она говорит, как можно было выписать так?
Вы я нам говорите, мы вас услышали, спасибо большое. Вы нам рассказываете о каких-то вот особенностях, как с вами вот поступил врач, вы не сдали анализы, считаете, что это какое-то некачественное лечение, какая-то врачебная, может быть, даже ошибка. Но, в принципе, вопрос у вас есть какой-то для наших зрителей, или вы просто хотели рассказать? Врач, она находится, как сказать, на учебе, да? Вот. И получается, что я как прикрепленная к маме, и никому не надо, понимаете? Я никому не надо в этой поликлинике. Скажите еще раз номер поликлиники. Филиал 5-й поликлиники. В Гомеле. Ясно. Спасибо да. большое. Мне кажется, вам не стоит так огорчаться. Вы нужны. Нужны нам всем и врачам тоже. Поэтому я думаю, что каждый из нас имеет право поменять своего врача, если конечно. Что-то не устраивает. Да, ну и потом существует руководство какое-то. Вот у нас сегодня присутствует главврач Добрушской больницы. Вот как бы вот вы посоветовали вести себя в такой ситуации? Ну, вы знаете, я бы порекомендовала, конечно, обратиться к заведующей поликлиники, филиалам этим. Ну, а если этого будет недостаточно, то можно обратиться к главному врачу центральной поликлиники, который также решит этот вопрос. Но я думаю, достаточно будет заведующего филиала. Спасибо большое. Кстати, риски вот от врачебных каких-то ошибок можно ли страховать вот эти все случаи? Пожалуйста, тоже, вы тоже этим занимаетесь. Переходите, рассмотрим все варианты. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим зрителям, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о бесплатной медицине и платных услугах. И далее мы расскажем, как застраховаться от несчастного случая на производстве. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Вот у нас в гостях появился еще один эксперт. Это Анатолий Николаевич Лабуть, главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов. Давайте поприветствуем. Дело в том, что мы далее хотим поговорить про страхование от несчастных случаев на производстве. Это очень важный вопрос. Вот, Анатолий Николаевич, бытует мнение, что несчастный случай может произойти только на заводе, на стройке какой-то. А офисных вот работников подобные истории просто обходят стороной. Что показывает на самом деле статистика, вот практика даже? Какие несчастные случаи на производстве самые типичные и почему? Ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, на производстве чаще всего происходит несчастный случай. Но сам несчастный случай – это несчастье, поэтому он может произойти где угодно, с кем угодно, в том числе и в офисе. Ну, а в офисе, ну что мы можем там видеть? Там есть какое-то оборудование. Подскользнулся на высоких каблуках, то же самое, говорят, ну, это да, как говорят, случай, как в том фильме, поскользнулся, упал, очнулся гипс. Угу. Вот, но это, как говорят, исключение, не часто встречается, но в основном что? Главное не нарушать инструкцию по охране труда при работе на компьютере. Ну так говорите, все мы эту инструкцию знаем. Да, но, к сожалению, вот несчастные случаи возможны, но хорошо, очень редко. Офисы, с офисами понятно, но вообще типичные случаи. Где сегодня чаще всего происходят несчастные случаи? На каком производстве? Конечно, это производство, это строительство, там, это промышленность, это транспорт. Ну, там, где много опасных производственных факторов. А вообще, как руководство может следить за здоровьем вот своих сотрудников? Какие варианты сегодня самые распространенные? Вот мы говорили про корпоративное страхование. Насколько сегодня это популярно? Много компаний застраховано только у Белнефтестраха. А что еще сегодня? Как еще могут защитить свой коллектив руководители? Ну, во-первых, в коллективном договоре может быть прописаны какие-то дополнительные, так сказать, бонусы, если человек ведет здоровый образ жизни. Так. Это первое. Второе, ряд предприятий имеют отраслей свои санатории. Мы знаем железную дорогу, Гомсельмаш, тех же самых нефтяников. Вот, когда человек оздоравливается в санатории и платит всего где-то процентов 20 за это лечение. Так. Ну и плюс, о чем мы здесь говорили, это страхование. От несчастных случаев. Вот. А несчастные случаи – это уже обязательное страхование. Мы все, я, вы и все телезрители застрахованы от несчастных случаев на производстве. Это обязательное страхование. Вместе с зарплатой в Белгострах идут деньги. И мы все, как говорят, застрахованы. Ну, мы можем сделать еще дополнительную страховку, если предприятие, конечно, например, какое-то опасное или аварийное? Да, помимо обязательного страхования от несчастных случаев, которое каждое предприятие платит за своих сотрудников, есть добровольное страхование от несчастных случаев. Оно, в общем-то, достаточно шире охватывает спектр несчастных случаев. И есть еще несчастные случаи и болезни.
Вот. Дополнительно, если уже говорить о полном пакете, да, безопасности для сотрудников, есть такой замечательный вид страхования, как гражданская ответственность нанимателя. Ух ты. Это прописывается в коллективном договоре предприятия. Так. И это тоже заключается договор страхования, который говорит о том, что если с работником случилось что-то по пути на работу, либо с работы, либо во время работы, по вине нанимателя, то это будет являться страховым случаем. Данная ситуация прописывается в коллективном договоре предприятия, и если с работником что-то случается, то, ну, самый худший вариант – это семья. Лучший вариант, если это пострадал работник и у него инвалидность, к примеру, какой-то процент потери трудоспособности, в общем-то, это достаточно приличные деньги, которые могут пойти на ту же реабилитацию или на улучшение здоровья. Спасибо. А кто инициатор вот таких вот дополнительных, я бы сказала, да, страховок от несчастных случаев? Сам... Вы знаете, руководитель предприятия должен быть заинтересован в том, чтобы его коллектив был здоров, трудоспособен, и чтобы он качественно работал, меньше ходил на больничные. И когда есть такой социальный пакет у организации, то и текучка кадров там практически исключается. То есть это уже показано на практике, да? Безусловно. А вот, кстати, Надежда Алексеевна, скажите, пожалуйста, ваш коллектив, вот я знаю, является победителем в конкурсе по охране труда, не в одном даже конкурсе, вот среди учреждений здравоохранения целой Гомельской области, да. А что вот мне интересно стоит за этими показателями в наше время? Когда так серьезно относятся к охране труда? Вы знаете, что за этими показателями стоит такая тесная работа администрации нашего учреждения, профсоюзного комитета и самого коллектива медицинских работников. Что касается администрации наших медицинских работников и создания благоприятных условий для пребывания пациентов. Со стороны профсоюзного комитета это контроль за всеми нашими действиями. Так. А со стороны самих медицинских работников это выполнение тех инструкций, тех требований, которые необходимы для того, чтобы мы не допустили травматизма, производственного травматизма, а также, чтобы мы снижали трудопотери. Поэтому все это мы делаем очень хорошо, в такой тесной взаимосвязи, поэтому и добиваемся таких результатов. Ну что ж, спасибо большое. А я бы хотела вот с Анатолием Николаевичем сейчас продолжить разговор и рассмотреть вот отдельное, может быть, не совсем понятное нам, вот обычным работникам ситуации. Вот давайте одну из них рассмотрим. Ситуация номер один. Работник добирался до работы на общественном транспорте и получил травму в результате ДТП. Я говорю о нашей традиционной страховке от несчастных случаев. Да, мы едем все на работу. Да. Итак, вот имеет ли право в такой ситуации человек на получение страховых выплат? Ну, это общественный транспорт. Естественно, не транспорт, выделенный нанимателем. То есть здесь обязательное страхование от несчастных случаев не получается и, в общем-то, не имеет просто бытовая по травма, обязательному все. Страхованию. Да, да, в общем-то. Случай не страховой. Да, но если на транспорте нанимателя, как мы вот видим, например. Нет, и в командировку, и когда вот мы видим по городу, допустим, автобус Гомельской ТЭЦ подвозит своих работников. Так. Это транспорт нанимателя, написано автобус ТЭЦ, и если вдруг что-то случится, это уже страховой случай по обязательному страхованию. Транспорт и не только, я нанимателя. Так понимаю, по обязательному тогда получается. Да. Хорошо, спасибо большое. А вот еще ситуация номер два. Работник получил травму во время передвижения от проходной до своего рабочего места. Вот мне интересно, действительно, имеет ли право на получение страховых выплат в такой ситуации работник? Вопрос интересный и в то же время простой. Мы внимательно его послушали. На к своему рабочему месту. Он переступил проходную и идет прямо к рабочему месту. И, конечно, этот случай будет признан производственным. И он получит страховку по обязательному страхованию. А у нас вот есть другой ответ, что это случай не страховой, потому что в этот период работник не выполнял свои трудовые обязанности. А если он шел на рабочее место, он выполнял уже, так сказать, готовился. Своего рода готовился и выполнял движение в интересах нанимателя. Профсоюз однозначно скажет, это производственный. Но если он, мягко говоря, куда-то отклонился, пошел там от своего маршрута и вообще не пришел на рабочее место, то тут, возможно, не страховой случай по обязательному страхованию. Все покажет расследование. 90%, если он шел к рабочему месту, естественно, это
страховой случай. Я вот только сейчас вот до меня дошло, что у нас инспекция в гостях. Слово расследование, да, это ваше такое профессиональное слово. Анатолий Николаевич, вот еще один все-таки очень важный момент, который мы не можем сегодня не затронуть. Граждане Беларуси очень часто работают за пределами республики, где с ними также может произойти какая-то неприятная ситуация, скажем, случай на работе, это травма какая-то. Можно ли рассчитывать в таком случае на страховку? Вот вопрос ко всем. Если работник был с нанимателем в трудовых отношениях, конечно, он застрахован. Так. Если он был в отношениях с нашим белорусским нанимателем, то есть группа поехала работать в какую-то соседнюю страну, он застрахован в формате обязательного страхования от несчастных случаев Белгострах нашей республики. Если он поехал и уже там устроился на работу, к примеру, нанимателя российскому или другой страны, на него распространяется страхование той страны. Ну, естественно, о чем мы здесь говорили, возможно, и дополнительное страхование тем же самым Белгострахом. Либо несчастные случаи. Я бы хотела добавить, что несчастные случаи в добровольном формате, да, как добровольное страхование, он работает круглосуточно в любой стране мира, и это тогда выход. Если он работник, вот по конве вопроса, да, если работник не связан с нанимателем, сейчас очень многие уезжают работать за пределы нашей страны, не в рамках нанимателей белорусских. Да, да? Самостоятельно. Да, поэтому это только медицина выезжающих, и в обязательном случае, это совет страховщика, оформляйте полис добровольного страхования от несчастного случая. Потому что он круглосуточный, и даже если с вами что-то случится за пределами Беларуси, как по возвращению домой вы сможете получить страховую выплату. Сколько может стоить такой полис? Где-то 1% от страховой суммы. То есть все зависит от того, на какую сумму вы хотите застраховаться. Да. Ну, если вы рекомендовали? Ну вот если 1000 рублей, то это 10 рублей белорусских. Белорусскими, да? Так. То есть если вы едете работать, вы едете далеко, то вы должны застраховать себя на хорошую сумму, поскольку процент страховой выплаты зависит от страховой суммы. Если у вас перелом, то вам посчитают определенный процент либо от 1000, либо от 5000. То есть здесь, соответственно, размер выплаты зависит от того, на какую сумму вы застраховались. А вот допустим, что наступил страховой случай. Как скоро вообще можно надеяться на выплату страховки? Да, вот у меня два вопроса и к вам, по обязательному и дополнительному страхованию. По добровольному страхованию вы проходите лечение. Обращаетесь в страховую компанию, предоставляете больничный, предоставляете документы, которые необходимы. Страховая компания отправляет запрос в то лечебное учреждение, где вы проходили лечение, и затем наступает пора выплат. Все понятно. Есть вопрос от Евгения, если можно очень коротко. При приеме на работу проходил медосмотр за счет собственных средств. Должно ли предприятие оплачивать медосмотр? Должно. Предприятие своим работникам будет полностью оплачивать все медицинские осмотры. Работников, ключевое слово. То есть, когда он придет на работу, когда он уже устроится, естественно. Он предоставит соответствующий документ, что он прошел медицинский осмотр при поступлении на работу, ему все будет оплачено. Спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». Тема нашей сегодняшней программы – наша медицина. Платить, не платить. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу, но есть интересное сообщение от наших зрителей. Вот буквально некоторые из них, от Антона, например, сегодня хоть есть выбор, это вот платные услуги или бесплатная медицина. Если надо срочно сделать УЗИ, плати, если можешь подождать, экономь. Ну что же, Антон, интересное мнение. Кира Ивановна, преклоняюсь перед врачами скорой помощи. Кира Ивановна, поддерживаем полностью. Спасибо всем врачам, платным и бесплатным, сообщает нам Олег Платонович. Очень хорошее, мне кажется, такое сообщение на финал нашей программы. Вообще, действительно, надо вот отдать должное нашей системе здравоохранения. В Беларуси проводятся сегодня сложнейшие кардиологические операции, это пересадки органов, протезирование суставов. И все это делается бесплатно, в то время как в некоторых странах все-таки об оказании подобных услуг на бесплатной основе даже и речи не идет. Я очень хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего прямого эфира и вас, дорогие наши зрители и телезрители. Это был «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире.